Так, ребят, нежданно, негаданно, я, кажется, уже на Донской. Мне казалось, она далеко. Ну, в принципе, накупил продуктов, на неделю мне хватит. Чуть честно варю грудки. Овсянка есть, фасольки еще взял. Так что, может, и супчик заварганю. Время-то уж поздно, кто-то с моря мола. Может, с работы кто-то домой. Нет, цены рублей на 10-20, но подросли. Вот на помидор, там на сыр, да, какой-то. Когда, в принципе, деньги есть, ты на это внимание ты не обратишь особо. Так как я тут неделю не работал. Стоит уже. Здесь может быть нет. До конца маршрута осталось 100 метров. Здравствуйте. На Молодогвардейскую, да? Да? Это нам назад или вперед? Вот развернуться и на мост. Ага, я вот так и понял, когда сюда заказывают, что назад надо. Ага. Там парень сидит, руль между коленями у него. Смарт. А, ну это смарт. Он же есть смарт такой квадратненький, а этот смарт какой-то маленький прям. Он спортивный. Так. Реально, что камеру повесили, что-то летом тут гоняли все, никто не тормозил.
Вот тут, да?